Физкульт, привет! На связи Muscle Shop. Сегодня у нас мы в гостях у Сергея, который, в принципе, вы все видели в Инстаграме, я выкладывал фото до и после. Он скинул 20 килограмм, правильно, Сереж? 20 килограмм за 2,5 месяца. Вот. И у меня такой вопрос. Вот, как, во-первых, набрал ты эти, ну, там, лишние 20 килограмм? Какой режим у тебя был питания до того, как ты покупал тренажер? И какой режим дня был, ну, вкратце? Ну, набрал я вес, конечно, очень в течение многих лет. Так получилось. Смерть мамы, туда-сюда. Ну, питание кушал много. На ночь ел, сладкое много ел. Ну, так получилось, набрал вес. И как-то увидел я жену своего руководителя, и она похудела сильно. И я как-то просто спросил, а как? Она сказала, мой руководитель купил как-то Orbitrack, и жена занималась периодически там по часу, по чашу чем-то. И я вот подумал и решил, что надо и мне, потому что стало очень тяжело и двигаться, и самому было давление. Вот я решил и купил Orbitrack. То есть, ну, до занятий у тебя, ну, не было никаких активных там, никуда не ходил? Нет, никуда, ничем не занимался. Ничем не занимался, никуда не ходил. На работу, домой, и, как говорится, толком не имеет. Ну, вот, честно говоря, не жалею, купил Orbitrack, очень доволен. Есть, ну, в моем близком окружении люди, которые хотят скинуть, но, допустим, ну, по разным причинам у них не получается. Что ты? Вот у тебя, я так понимаю, сильная целеустремленность, да, очень большое желание. Да, вот скажи, что посоветуешь таким людям, что им нужно сделать, чтобы достичь такого же результата, как у тебя? Ну, для начала надо изменить свое питание. Я до этого ел и на ночь, и сладкое ел. Я отказал себе многое. Теперь я сладкое не ем. Ну, может, когда-то там что-то могу, но это все в течение дня, до 6. На ночь вообще не, сейчас на данный момент я стараюсь, не, питание не есть вообще. И вообще для того, чтобы похудеть, надо просто желание для начала. Ну, будет желание, будет результат. Но надо заниматься упорно, я считаю, очень добиваться. Вообще, мне советовали заниматься по 45 минут, но я сам решил, что надо чуть-чуть больше уделять этому внимания. Я занимался по часу, по полтора, потом иногда даже по час 45. Когда я увидел, что есть результат, я немножечко даже себе добавил, начал заниматься два раза в день. Но, ну, то есть это и утром ты занимался, и вечером занимался? Перед работой, да, мне приходилось жертвовать, вставать очень рано, заниматься, ну, для этого мне было очень большое желание, я этого очень хотел. Сереж, ну я могу только сказать, что ты большой молодец в этом плане, потому что таких целеустремленных людей, кстати, очень немного. Есть, конечно, такие люди, но хотелось бы, чтобы их было больше. И все-таки, чтобы желание у людей вот как трансформироваться, преобразовать себя, все-таки побеждало над ленью, и вы действовали и добивались своих целей. Ну, на этом все, я думаю. Спасибо, Сережа. И вам спасибо. Да. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.